Всем здравствуйте, доброго времени суток, с вами я, Ника, это мой канал Московский быт. Сегодня у нас хорошо, 22 градуса. Дорогие мои православные христиане, сегодня праздник, день иконы Казанской Божией Матери. Я всех вас от души, от чистого сердца поздравляю с этим светлым праздником. Я желаю, чтобы она услышала ваши молитвы и помогала вам в разрешении всех ваших задач. Я желаю всем, конечно же, здоровья. И, конечно же, чтобы каждый, кто обращается к иконе Казанской Божьей Матери, чтобы она вас услышала. И чтобы каждому обратившемуся она помогла. Ну, а я направляюсь по делам и по возможности. Надеюсь, что-то поснимать. Вот они, мои любимцы. Пусть кушают. У меня есть семечки, но тут им достаточно зернышек, поэтому оставим мои семечки тем, кто будет нуждаться в этом больше, чем они. Ну все, я направляюсь и буду вам показывать красоты нашей великой родины, нашей столицы. Ну, всем желаю приятного просмотра. Ой, ну как же хорошо идти, когда такая комфортная погода. Я люблю жару, я повторюсь, я люблю жару. Я всегда говорю, я ее обожаю. Ну, просто мое сердечко не выдерживает такие нагрузки. Поэтому сегодня мне прям максимально комфортно двигаться. Ну все, дорогие мои, всем приятного просмотра. Пойдем в этот парк, там прогуляемся. Так мне нравится это метро, так здесь так красиво. Ну все, я выдвигаюсь в самое глубокое метро. Дорогие мои, я приехала в парк Победы. Вот показываю вам знаменитый наш Кутузовский проспект. Свечи. Ну все, мы сейчас пойдем с вами в парк. Так, я направлюсь туда, буду вот по наитию идти. Направлюсь сначала к своим любимым фонтанам, ну и периодически так все буду по ходу показывать вам. Вот они, наши знаменитые живые часы из цветочков. Я думаю, что вам будет интересно прогуляться по парку Победы. Давно я сюда собиралась, но то, значит, была ситуация прям критическая по Москве в связи с ковидом, то было очень жарко. Но сейчас выбрала такой момент. Как же я обожаю фонтаны. Идем, гуляем. Если будет длинное видео, тогда я разделю, чтобы сильно так вот тоже не напрягало вас. Хорошая погода, свежо. Сегодня праздник, я взяла платочек, вот там храм, я в платье, поэтому, наверное, зайду по возможности, посмотрим сейчас.
Забыла взять селфи-палку, но ничего. Сейчас я обязательно брошу монетку. Дорогие мои, и за вас тоже брошу. Кто здесь был, для того, чтобы вы еще раз сюда приехали. А кто не был, с таким посылом, чтобы вы обязательно посетили Москву. И, соответственно, пришли бы и сюда посмотреть нашу красоту. Смотрите, молодежь зашла туда прям в водичку по колено. Как же здесь красиво. Ну что, дорогие мои, я всех вас, православных, поздравляю с нашим праздником. А не православных, за всех, вообще, без исключения, независимо от вероисповедания, за всех вас я загадаю желание, чтобы вы когда-нибудь побывали здесь у нас в Москве, посетили этот парк, эти фонтаны. Попрошу же здоровья и исполнения всех ваших самых сокровенных мечт. Исполните все ваши самые заветные желания. И пусть даруют все ваши близкие, родные, дети. И на счастье я брошу монетку. Смотрите, вот она, я бросаю ее на ваши глаза. Пусть все будут здоровы, дорогие мои. А я пошла дальше. Желание загадала, монетку бросила. Теперь гуляем дальше. Я не особо разговорчивая, поэтому я дальше буду кадры вставлять, накладывать мелодию какую-то. Вы не обижайтесь на меня, пожалуйста. Я, знаете, сейчас постараюсь найти парк большой, но тут есть место, где в одном месте и православный храм, и мечеть, и синагога. Я не посмотрела карту, но сейчас я постараюсь найти. Если сегодня не найду, значит, в другой раз приеду и найдем обязательно. Вон там отключили фонтаны, чистят. Вон, видите? Вот фонтаны есть, а вот там вот чистить фонтанов нету. И вот, пожалуйста, на нас смотрит Божья Матерь.
Видите, ну как можно не зайти в такой святой праздник? Обязательно я сейчас туда зайду. И, конечно же, обязательно и за вас тоже. Дорогие мои, как обычно, помолюсь и поставлю свечку. Очень здесь красиво. Сколько раз я порывалась сюда поехать в жару, но не решалась. И сегодня я понимаю, что правильное решение, мудрое. Сегодня прям одно удовольствие гулять. Сейчас я пройду в храм. А потом будем двигаться дальше. Городица видно. Здесь закрыт вход. Сейчас с другой стороны войду. Здесь вход закрыт. Сейчас посмотрим, с другой стороны будет открыт. Надеюсь, что будет открыт. Да, открыт. Храм открыт. Сейчас я повяжу платочек и зайду. Сейчас покажу вам. Это храм святого мученика Георгия Победоносца. Видите, как удачно я пришла. Есть мне за кого помолиться. Есть у меня Георгий. И не один в родне. Поэтому как раз видите, как сам Бог велел. Ну все, я одеваю платочек, зайду туда, там, я думаю, вряд ли разрешат мне снимать. Если получится, сниму. Если нет, не обессудьте, дорогие мои. А я пошла. Вот и все, я вышла из храма. Все, что нужно, сделала. И теперь гуляем дальше. Вот другие мои любимые фонтаны. Очень красиво и чисто здесь. Мне нравится, что здесь от воды не пахнет. Потому что они чистят постоянно. Водичку очищают. Фонтаны, вот это вот, ну, как это сказать, не знаю. Ну, вот эту часть, вот где вода находится, моют, очищают. Поэтому нет запаха неприятного. Бассейн. Бассейн, скажем так. Там водичка уходит, журчит.
Так, мне надо сейчас сосредоточиться и подумать, в каком направлении дальше двигаться. Так, фонтаны фонтанами, но надо что-то вам еще другое показать. Не могу же я только на себя рассчитывать. Так, я, наверное, сейчас вот по этим ступенькам поднимусь туда и оттуда вам буду показывать красоты. Так, наверное, будет правильно. Сейчас поднимусь сюда, наверх. Посмотрите, вот обзор вам сделаю. В этом храме я сейчас была. Георгий Победоносец. Ему памятник. Смотрите, как красиво сделаны клумбочки. Из трубы. Все время забываю, как эти цветочки называются. Петуньи. Это же петуньи, правильно я говорю? А это наш флаг российский. Белые цветочки, синие и красные. Мне на камере плохо видно, но я думаю, вам видно. У меня просто освечивается. Я как будто не в Москве нахожусь. Ни разу в жизни так не было, чтобы не было так народу. Вообще очень мало народу. Меня, конечно, это радует, но... не верится в это. Вот, смотрите, отсюда обзор побольше. Вдалеке герб, я думаю, вы видите. Да, здесь можно целый день ходить, ходить и не переходить. Сейчас подняться туда вот так по ступенькам и наверх. Мне очень хочется посмотреть. Оттуда вам показать. Нет, не смогу. Там закрыто. С одной и с другой стороны везде все закрыто. Ну да ладно, не судьба. Ладно. Сейчас поищем другое место. Еще раз вам покажу обзор. Я очень люблю ночную Москву, потому что включаются всевозможные подсветки. И, конечно, все выглядит иначе, все выглядит по-другому. Поближе подойду, вам покажу подсветки. Вот они. И там тоже такие.
Вон там вечный огонь, видно, да, вам? Если не видно, я подойду поближе. Видите, сколько вот здесь подсветок всевозможных? Вот они идут прям по кругу. И все это в ночи освещается. И все это очень красиво. Сейчас подойдем к вечному огню. Это же музей. В музей-то я уже не пойду. Сейчас к вечному огню подойду. Пойдем дальше погуляем. Смотрите, какая брусчатка. Тут, смотрю, вон дамы две шли на каблуках. Бедненькие, я им сочувствую. Им только вот по этой дорожке идти. Как же давно я здесь не была. Благодаря вам прогулялась. Вот вечный огонь. А это кабина для того, чтобы когда праздники стоят здесь постовые, чтобы от дождя, в случае непогоды, чтобы им хотя бы от дождя укрыться. Вот раз кабина, и вон два кабина. Я не знаю, но я так предполагаю. Ну а для чего еще это может быть? Да, это музей Великой Отечественной войны. Я предположила, но так оно и есть. Видите, сколько здесь всевозможных подсветок. Ну что, дальше идем. Пушки. С высоты вот такой обзор вам небольшой сделаю. Там какое-то мероприятие идет, то ли репетиция, не могу понять. Детки вон что-то там маршируют в красных кепках. На самом деле парк очень большой. И воздух здесь хороший. Ну потому что смотрите, сколько здесь хвойных деревьев. Ну все, пойдемте дальше.